Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий. Они словом лечить могут. В Сургутской травматологической больнице проходит конкурс на звание лучшей медицинской сестры. Каждая участница должна хорошо зарекомендовать себя не только в знании теории и практики ремесла, но и показать творческий потенциал. Подробности далее. Приглашаем пациента, устанавливаем с пациентом доверительное отношение. Чтобы не волновался о предстоящей процедуре. Правда, сейчас вместо пациента манекены переживают больше всего медсестра. Это не мастер-класс, а настоящий экзамен профмастерства. За ходом действий следит строгое жюри. Преподаватель из медколледжа и руководство травматологической больницы. Любые промахи и неточности записываются в специальную таблицу. Постовые сестры сегодня сдают манипуляцию внутримышечную инъекцию. Перевязочные сестры делают перевязку. Анестезистки будут, например, промывание желудка. Каждое задание распределяется по профилю. Действия должны быть строго по алгоритму. И с этим, по словам комиссии, медсестры справляются. Впрочем, пока одна участница старательно выполняет задание, другие только готовятся к своему выходу. В больничном коридоре настоящий ажиотаж. Ощущается не то, что волнение, переживание. Это очень ответственно. Очень такая возложена ответственность большая. Лицо отделения, должна его, естественно, представить, не опозориться. Волнуюсь очень сильно. Не знаю, как буду справляться, но думаю, что комиссия оценит. А комиссия, к слову, оценивает не только профессионализм. Медсестра Татьяна Рудакова уверена, в работе самое главное не только навыки, но и личные качества. Доброжелательность, коммуникабельность и, конечно, милосердие. Работая в медицине, я могу видеть отдачу от того, что я делаю, да? Что мои труды проходят не напрасно, помогать людям и видеть их неблагодарные лица. Наверное, это приятнее всего. Всего в конкурсе на звание «Лучшие» ведут борьбу 19 человек. Следующий тур – творческий. Там каждая участница покажет свое видение медицинского костюма будущего. Результаты подведут ближе к лету. А победительницу рекомендуют для участия в окружном конкурсе. Антонина Новикова, Елизавета Саенко, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Fashion Collection. В модных заведениях твоего города.